дорогие, возвращаюсь с йоги. Сегодня что произошло в моей жизни? Я сейчас вам объясню. Я сама не ожидала от себя. Сегодня я встала на гвозди. Как было трудно мне сначала преодолеть это, а потом в какой-то момент мое подсознание, мысли и разум воссоединились, произошел баланс. Я встала, друзья мои, на две ноги, выпрямилась во весь рост, и пару минут я простояла. Это было такое необъяснимое чувство. Я кричала, оказывается. Я сделала это. Мне трясло, все тело трясло. И я когда встала, легла на пол, потому что было полуумрачное состояние. И начала проговаривать то, что ощущала. И в итоге, мне кажется, если я прошла через эту ступень, то для меня не существует границ. Бегу домой. Вот как пообещал мой муж, принес он мне инжир 3 кило, а там грудка. И вот сейчас я решила порезать на мелкие кусочки, сама живое не пробую, свежее не пробую, потому что увидела видео с этими паразитами, с головы не уходит, так их не видно. В том видео я увидела личинки ос, которые откладывают яйца в инжире, поэтому я не рискую их кушать в живом виде, хотя раньше обожала. Но вот после того видео я остановилась. Сейчас порежу, засыплю сахаром. Ну и когда инжир пустит сок, я начну его варить. Я всегда варила их целиком, а сейчас вот захотелось так. А может быть, что-то и несколько штук целиком отварю. А я бегу на свидание к мужу. Суббота. Вообще ничего не предвещала, но решил меня пригласить. Бегу, короче говоря, посмотрим, что меня ждет. Он был с Ялчином на прогулке, позвонил мне и сказал, что ждет меня. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Мы с Артемчиком идем гулять. Соли. Касетим чикачах. Поет песни для меня. Такая жара у нас вообще. С душа не выходим, с душа. Он говорит, я оделась как все, во все белое, как невеста. Говорит, за меня замуж выйдешь? Наконец-то вышли на прогулку, мы идем гулять. Столько людей, такое движение. Посмотрите, движение такое. Все куда-то едут. Интересно очень. Видите, как отдыхают. Рестораны кишат. Сегодня воскресенье. Переполненные рестораны. Мы так хорошо с Ашкевом покушали вечером. Я пожарила картошку, салат с помидором, кабачки с йогуртом, с чесночком. Так налопались и вот вышли погулять. Какой красивый вечерний Мерсин. Весь светится. Сверкает. Как весело. Фул, привет. Очень много людей. Мы с девочками на Новый год, когда отмечали нашу 3 месяца, пришли в один из этих ресторанов, нам не понравилось, потому что здесь не было возможности потанцевать.
Посмотрите, друзья мои. Сколько людей. Все повыходили на набережную. Ашкем переживает, что меня собьют, потому что мы идем по дороге опасно велосипедной. А здесь попадаются деревья, столбы. А это самая, та самая площадь Галатасарая. Группа, которую я забыла упомянуть, когда меня спрашивали полицейские, когда приходили к нам тестировать нас для получения гражданства. Ой, ту самую Галатасарай я забыла. Наверное, закончилось. Конечно, закончится уже 9 часов. Кто-то сегодня стал счастливым. Смотрите, на каждом дереве сейчас повесили скворечники, да, домики для птичек. Мой муж говорит, давай, говорит, я тоже, говорит, сделаю на двух балконах. Кто захочет у нас вывести птенцов, пускай, говорит, там живут они на наших цветах и на каждом дереве. Сегодня я решила попробовать вот такое мороженое Бадем Магнум. Самое хорошее мороженое. Конечно, было большой выбор, но я решила это. Смотрите, какой хочешь, Бадем, Бадем. Сегодня у нас на районе базар. Какие помидорчики хорошие, по 6 лир. Огурчики по 8. Фасолька 13-15. Вот какие яблочки вкуснюшки. О, и виноградик. Шикарные перцы. Такая шикарная сливка. Виноградик появился. Баклажаны. Вот чего интересного. Инжир, груша, слива. Виноград. 12 лир, что? 12 лир кабак. Обалдеть. Вот это камья. 60 лир. Бананы 22 и авокадо 35. Лимоны 15. Обалдеть. Слива 10. Красивая. 12 персики. Помидоры по 6. Желаю вам прекрасного дня и хорошего настроения. Всем добрый вечер. Добрый день. Сколько времени сейчас? 4 или 5 часов? Мы решили с мужем выйти в центр по своим делам. Мы смотрю сейчас, сегодня же базар. Эндер быстро пошел, пришел, что-то купил. Зелень я попрятала в холодильник, видео вам не сняла. А бежим, потому что какая-то погода странная. Смотрите, облачная. Но это нам на руку. Вот у нас женщины попрятались, опять их разгоняют Мирия. Но они все равно сидят, ждут своего часа. Ну, а мы сейчас пойдем со Шкимом в центр погуляем. Друзья мои, я покажу вам, какие часы сейчас продаются. Но цены я не знаю. Эссенсы, фирма. Квантум, квантум. Фирма Квантум. Такие сейчас модные, видите? Оказывается, к другу пришли его. Я сейчас посмотрела, такие красивые в Юматексе фасоны. И ткани тоже. Площадь напоминает такси. Здесь музыканты играют. Маска, музыканты играют. Дорогой магазин. Качественный. Вот я хочу. Кое-что хочу. Босоножки хочу, друзья, купить сегодня себе.
заодно посмотреть на фасончики. Я же сейчас портниха стала, да? Это платье мне так понравилось, красное. А я сама в этом твоем платьице. А вот музыканты. Полиция поехала, поэтому я не сняла их. Смотрите, какие красивые красные платьицы. Дресс, платье. Santex тоже хороший очень бренд. Дорогой. Здесь все и качественное, вот правда говорю. 50% скидка. Индири мне? Друзья мои, вот мы проходим, смотрим босоножки. Попали в форум, и как назло у меня сел телефон. Как назло. Как много людей. Мы так давно не были в форуме со Шкемом. Не могу найти себе босоножки. Ну вот нет такого, чтобы мне понравилось. Понравились одни, но не было моего размера. Идем со Шкемом. Надеюсь, что что-нибудь здесь найду. Как не люблю делать этот покупки. Такая жара, внутри холодно, а выходишь, сразу жарко. Красиво сделали форум. Экол. Идем, короче, друзья мои. Посмотрите, какой красивый форум. После покупочек мы с мужем пришли в излюбленное место покушать наш супчик и вкуснятин разных. Тут прийти сюда целая проблема, потому что нужно сделать резерв, друзья мои. Вот мне принесли суп, посмотрю какой. Вы знаете, какая-то чорба. Вот из такой вот вермишельки. Здесь, по-моему, на муке соус. Вот и все. Все дела. Вот у меня такая изгара. У моего Ашкирова такая. Приятного нам аппетита. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. Поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.